А еще у нас в канун Рождества произошло одно чудо. Два человечка нашли друг друга и заключили брачный завет. Хотите услышать их историю? Да! Юлия! Всем привет! Здравейте, носички! Рады всех видеть! Могу с радостью видеть всички. Такие красивые, нарядные. Много красивые, много добрые стеоблечения. Да, он еще люди. И может, и хор. Очень много народу. Много хоров. Все собрались ради такого замечательного праздника. Птички все сыграли заради того, что прекрасный праздник Рождества. Вчера в нашей семье тоже был замечательный праздник. Вчера в нашем семействе мы очень много чудесный праздник. Венчание. Венчание. И многие присутствовали, но те, кого не было. Много тут присутствовали, но если кто-то не гимал. Мы сейчас поделимся тем настроением, тем той энергией, которая была. Поделим с вас настроение, то есть энергия, которую имаешь вчера. И расскажем небольшое свидетельство, как мы вообще до этого дошли. И что расскажем малку свидетельство, как мы стигнули до тут. Было все в далеком прошлом. Всичко все случило в далечном минулом. Все начиналось, как казалось на тот момент, очень хорошо. И всичко започло много добре, как ты мне сказали, дошли на первый момент. Казалось, что вот я все знаю, я уже взрослый, 30 мне исполнилось. Мыслих часом, возрасте, всичко знаю, а сам внутри себе. Уже все умею, никаких сюрпризов. Ну что, вот такой опыт уже грандиозный просто. Всичко много, сигурно няма вече дима изненади в живота за мен. Но вот все как-то не складывалась семейная жизнь, как-то не задавались отношения. Но с семейным животным не все случилось хубавые нечто, а с семейным животным не может быть намерена жена. Я все не понимал, ну как же так, я же все знаю, я же столько прочитал книг, я же столько посмотрел видео на YouTube. И не можешь разбирать толку, нечто знаю, прочитал много книг и глядел клипчеты на YouTube, все что. Но что-то как-то все не задавалось, и в дальнейшем... Когда я осознал свои ошибки. Ничто не сопучаешь, обаче после, когда осознал свои грешки. Ну, я не то, что их осознал, я начал понимать, что они есть. Не чеги осознал, просто на започнем разбирать, чеги имам. Начал потихоньку работать над собой, развиваться. Започнем до работы в руку себе, если ты развивал. И когда уже дошел до определенного момента. И когда достигнул определенный момент. Встретился с... Пашей, который привел меня в церковь. Аз се срещнах с Павел, който после ме доведе на църква. Познакомил с этими замечательными людьми. Я вообще про всех про вас. Той ме запознал с всички тези прекрасни хора, говоря за вас. И где уже потом в дальнейшем подкатила тяжелая артиллерия. И покусно всичко се развило още по-добре. В виде наших пасторов замечательных. Защото срещнах и нашите пастори. Которые уже окончательно привели Господу. Които до края са ме доведоха при Господ. Да, Святой Дух коснулся. Святия Дух ме докосна и започнаха промени. И тут произошло чудо. И после се случи чудо. Я встретил Ульяну. Аз срещнах Ульяна. Это было совершенно неожиданно, очередные настольные игры. Беше неочаквано, беше събота, настольные игры. Я захожу, открываю дверь. Влизам, отварям вратата. И вижу, и у меня в голове голос, она. Виждам, и в головата ми има глас, тя е. После этого прошло несколько дней, и стало очевидно. Минаха няколко дни, и вече стана очевидно. Что нам следует продолжать общаться. Че трябва да продолжим да общуваме. Мы получили благословение и общались. Получихме благословение и продолжихме да общуваме. Вот такое вот мое свидетельство. Это твое мое свидетельство. Но... И здесь как бы основная мысль в том, что... Основная мысль е в том, когда вы впустите Бога в свою жизнь... Когато допуснете Бог в своя живот, она начнет меняться чудеснейшим образом. Тя ще започне да се променя с най-неочакван, най-прекрасен начин. Вы сами не поверите, насколько это будет чудесным изменением вашей жизни. И сами няма да разберете какво хубаво, каква хубава промяна ще има в вашия живот. Я кратко расскажу о своих чувствах и своих эмоциях. Накратко ты расскажешь за свои чувства и эмоции. Я приехала сюда в Болгарию в этом году, в начале года. Начало на тази година я дойду в Болгарию. И в России у меня была очень такая скомканная жизнь в последнее время.
И в России има хаосен живот, кон края вече. И я уехала сюда полностью и... с одним, только с одним чемоданом. И дойдох тук само с один куфар. В поисках себя, в поиске новой жизни. В търсене на себе си и нов живот. И так случилось, что через месяц после моего приезда... И така се случило, че след един месец, след като дойдох тук... Был мой день рождения. Имах рожден ден. Который я праздновала здесь одна. Който праздновала тук сама. Я здесь никого не знала. Никого не познавах. И я пошла на пляж. Утилюх на пляже. И мне было очень грустно. И беше ми много тъжно. Потому что я... как никогда почувствовала себя одиноко. За что-то усетих себе си самотно, как-то не се усещах така преди. И в тот день я впервые, наверное, неосознанно, но как-то искренне обратилась к Богу. И вон за день, может быть, не осознато, обаче искренно се обърнах към Бог. Я его попросила. Аз го помолих. Господи, пожалуйста, дай же мне моего человека. Господи, моля да срещна мой човек. Я готова. Аз съм готова вече. Я жду его, я ищу его. Аз го очаквам и го чакам. И через три дня я встречаю Лёшу. И след три дни срещам Лёшу. Ну, вы понимаете, да? Разбирате ли? То есть я настолько, мне было, настолько мое сердце было пусто, и оно было так открыто, и просило любви. И моето сердце беше толкова празно, но... също и беше отворено, и аз молих за любов. Что моя просьба была настолько сильна, хотя и проста. И молбата ми беше толкова силна, но въпреки, че е обикновена. Что через три дня Бог дал мне моего человека. И след три дни срещнах моя човек. Ну, с первого взгляда я увидела его, и все. От пръв поглед. Посмотрите, какие у него глаза великолепные. Погледнете, какви очи. Какви очи има той. Вот я их увидела в первый раз. И като видях очите му за първи път. Мы поздоровались вот так за ручку. Ние се здрависахме така. И все. И това беше. И через три дня мы уже были на свидании. И след три дни вече бях на среща. Лёш, ты мой подарок. Ти си мой подарок. Люблю тебя. А сейчас? А сега? Я хочу обратиться ко всем. Искам да обърна към, да се обърна към всички. Каждому. Към всеки. Кто хочет изменить свою жизнь. Който иска да промени живота си. Кто хочет, чтобы все ветхое, все прошлое и ненужное осталось в прошлом. Който иска всичко старо, ненужно да остане в минало. Сейчас мы помолимся, и кто действительно желает искренне этого, и сега ще се помолим, който искрено го желае, вслух или про себя, просто повторяйте себе. Просто повторяй это с открытым сердцем. Повторяй го с открыто сердце, отворено сердце. Прими Господа в свое сердце, прими Господ в своето сърце, и твоя жизнь начнет меняться. И твоя живот ще започне да се променя. Дорогой Господь, скъпи Боже, ние сега. Мы сейчас склоняемся пред Тобой. Преклоняемся пред Теб. Наш Отец Небесный. Наш Небесный Отец. Мы полностью признаем Тебя, полностью признаем мир потусторонний, тот мир, который... Наполно Те признаваем. Духовный небесный мир. И наполно признаваем духовен небесен свят. Мы верим в то, что Ты Царь. Верим, че Ти си Цар. Ты тот, кто победил зло. Че Ти си този, който победил злото. И сейчас... И мы сега... принимаем Тебя как нашего Царя, нашего Господа. И сега ние Те приемем като нашия Цар и нашия Господ. Мы признаем, что мы грешны, мы признаем все наши грехи. Ние признаваме, че ние сме грешни и че всичките ни грехове. И впускаем Святого Духа прямо сейчас. И провозгласи, пускаме... я впускаю Святого Духа и кажете, в свое тело. И кажете, пускам Святия Духа в свое тело. Я впускаю Святого Духа в свою жизнь. Пускам Святия Духа в свой живот. Пусть Святой Дух работает надо мной, над моей жизнью, и над нека... моей действительностью. Нека Святия Дух да работи върху мой живот, моя реальность. Провозгласи Бога Иисуса своим Господом. Провозгласи Иисус като свой Господ. Мы молимся в единстве и согласии. Мы все молим в единстве и согласии. Во имя Иисуса Христа. В имя на Иисус Христос. И народ Божий скажет. И Божий народ докажет. Аминь! Спасибо вам всем. Спасибо.